Всем привет! Пришла весна и в наши края. Снег почти растаял. Лед на реке уже тронулся, господа присяжные заседатели. В общем, добрался до своей стоянки. Там оказалось очень ветрено на берегу, поэтому перенес немного от берега лавку, стол. Тент вот установил таким образом, чтобы ветер в спину не дул, потому что получается по руслу как идет, и со стороны реки очень сильно задувает. Поэтому вот так его закрепил. Надеюсь, не пойдет дождь, потому что тогда в срочном порядке надо будет тент устанавливать сверху. Но сейчас хотя бы более-менее можно на одном месте находиться. Ветер в спину не задувает. Ну, в общем, обустроился вот так. Сейчас покажу, ради чего я сегодня выбрался в лес. Как вы уже поняли, сегодня будет готовочка на природе. И имею я категорические намерения протестировать в полевых условиях вот этот вот нож. Складной нож, дешевый китайский, из магазина «Магнит» под названием Remy Link. Решил сегодня взять печку-щепочницу. Давно она у меня лежит, уже вся заржавела. Мне хочется разжигать костер, потому что в принципе достаточно будет небольшого количества дров, да и вообще есть определенные удобства в печке. Не нужно думать какого-то дополнительного крепления для котелка, для сковороды. Поставил — все удобно. Ну и первое испытание для ножа. Вот, кстати, он меня уже цапнул. Первое испытание для ножа — это заготовка стружки для того, чтобы разжечь, запалить костер. Давайте посмотрим, на что способен нож Remy Link. Сейчас немножко приноровлюсь. Да, вы знаете, неплохо. Это, кстати, у нас так вокруг вязы и клены. В общем, либо это вяз, либо это клен. Деревяшка сухая абсолютно. Режется очень легко. Ну и Remy Link, прошу заметить, режет просто отлично. Я удивлен. Сейчас потоньше попробуем. Понятно, конечно, что это не сканди, но тем не менее. Я считаю, для такого ножа это просто супер. Так, обух здесь не скруглен, достаточно такой острый, поэтому попробуем разжечь костер огнивом. Пересты нет, к сожалению, есть ватный диск и огниво. Чем богаты, тем и рады. Пробуем. Ну, я думаю, видно главное, что искра высекается
обухом этого ножа отлично. Ну вот, кстати, и разгорелось все. Вот такой вот нож Ромелинг. Для эстетичности кадра сделал все, что смог. Помыл руки, помыл нож. Думал, чем бы сегодня удивить своих дорогих подписчиков, чтобы такую интересную приготовить, нашел один рецепт. Называется «Яичница по-цыгански». Оригинальный рецепт начинается со слов «Украдите курицу». Но у меня столько времени нет, чтобы дождаться, пока ворованная курица начнет нестись, поэтому свистнул сразу конечный продукт. Итак, для яичницы по-цыгански нам понадобится 3 яйца, сыр, помидор, лук, ну вот такой, какой есть, сало, у меня соленое, можно свежее, и черный хлеб обязательно. Давайте протестируем нож, как он умеет резать продукты. Ну и начнем, наверное, с сала. Нам нужны такие кусочки, чтобы на них можно было жарить. То есть вместо масла здесь будет использоваться жир, который вытопится из сала. Так, сало уже подтаяло немножко. Утром брал я его замороженное. Ну, что могу сказать? Режет. Конечно, это не специальный кухонный нож, но для природных условий походных вполне нормально. Пока никак шпинек этот не мешает. И лезвие, в принципе, несмотря на то, что можно сказать, что коротковато, ничего не мешает, в общем. Так, дальше возьмем помидор. Помидор нам нужно порезать на такие красивые долечки. Ну, нужно порезать на красивые, а как порежется, не знаю. Ну, ничего, нормально. Так, слишком тонко не нужно. Да, вот здесь вот уже шпинек начинает мешать. Коротковата кольчужка, как говорится. Но, в принципе, если сильно не придираться и иметь руки чуть попрямее, чем у меня, то я думаю, вообще будет получаться все отлично. Так, ну и в принципе что? Лук. Ну давайте порежем лук сразу. Нужно очень меленько. Он немножко подвялился. Кстати, удобно. Вот за счет того, что есть такой определенный наклон лезвия, да и рукоятка, кстати, очень удобная. Когда строгал древесину, держать было удобно. В общем, мне нравится. С этим ножом в качестве EDC я уже, чтобы не соврать, ну, около месяца, наверное, хожу. Оказывается, друзья мои, EDC нож может быть за 200 рублей. Так, ну, наверное, достаточно. Хлеб сразу резать не буду. Потом сделаю это. Так, ну и нужно нам теперь натереть сыр. Так. Верхняя кружка, чашка от моего походного котелка. Так,
Такая вот небольшая походная терочка выручит в трудную минуту, особенно если вы решили заморочиться, не просто разогреть банку тушенки, а вот как я сейчас какое-то блюдо, где нужно что-то натереть. Хотя по большому счету в походных условиях все кромсается и режется огромными кусками, и терочка ни к чему в таких делах. Но ради соблюдения правильности рецепта я решил ее взять. Так, все готово. Теперь ставим сковороду на огонь, бросаем туда сало. Дальше посмотрите, что будет. Шипочница пылает, как сердца пионеров. Ставим сковородочку, начинаем вытапливать жирок из сала. Забыл крышку. Попробую как-нибудь обойтись без нее. Процесс идет очень бодро и весело. Но, как оказалось, щепочница стоит неровно. Все масло стекает в один край. Как-то надо исправить эту ситуацию, пока не поздно. Ага. Отлично. Не стесняюсь орудовать ножом во время этой процедуры, потому что стоит он копейки. И нож должен работать, как я говорил в одном из видео. Так, ну уже нормально так натопилось жира. Добавляем яйца. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Очень бодро все готовится. Одел вот перчатку, потому что есть такой нюанс. Сковорода — это алюминий толстостенный. Ручка очень сильно нагревается. Обмотал джутовым шнуром. Но без перчатки, даже вот через шнур, очень сложно ее брать. Если вдруг знаете, как решить эту проблему, что сделать, чем обмотать, подскажите. Буду благодарен. Готовится все очень быстро. Жар идет хороший. Все по рецепту. Добавляем кольца помидор. Вот таким вот образом. Да, забыл посолить, но я думаю, ничего страшного. Посолить можно всегда. Так. Тут же добавляем сверху сыр.
Блюдо очень быстрое, походное. Этим мне оно и понравилось. Вот сейчас по-хорошему надо накрыть крышкой, чтобы сыр немножко растаял. Но крышки у меня нет. Поэтому добавляем последний ингредиент. Лучок. Мелко порезанный. С дровами попалось. Ну ладно. Ух ты, как ты чигаришь-то. Но все-таки щепочница – это вещь. Потом угли закопал, которые остались. И все. Как будто бы меня здесь и не было. Ну что, друзья, блюдо, я считаю, уже готово. Перейдем к столу. Ну, честно сказать, я не думал, что настолько быстро все приготовится. Так, последний штрих. Режем хлеб. Крайнее на сегодня испытание ножа. Ремелинг. Признаюсь вам, немного я нарушил рецепт. В общем, к этой вот яичнице по-цыгански подаются гренки, то есть тонко режется черный хлеб, обжаривается и натирается чесноком. Но, короче, я забыл чеснок, ну и мне пришлось бы сначала обжарить гренки, натереть чесноком, они бы потом остыли. В общем, было бы не то. Как вам такой натюрморт? Я считаю, нож Ремелинг справился со всеми задачами походными, которые я сегодня перед ним поставил. Да и вообще, по большому счету, нож некоторые придают такое, знаете, очень большое значение, на мой взгляд, ножу. Да, хорошо, если он есть, но покупать ножи за 8, 9, 10 и выше тысяч условных единиц, ну, я считаю, это просто глупость. Вот. Походный нож, EDC-нож. Что в нем не так? Все в нем отлично. Ну что, друзья, буду пробовать яичницу по-цыгански. А вам желаю крепких рюкзаков, острых ножей и легких дорог. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока.